Уважаемые минчане, обращаюсь к вам с учетом событий последнего времени. Очень важно в настоящее время соблюдать законодательство. И в первую очередь мое обращение связано с тем, что массовое участие в незаконных массовых мероприятиях на сегодняшний день недопустимо. Это нарушение законодательства. И эти вопросы, конечно, все фиксируются. И так или иначе будут предъявляться претензии, в первую очередь, к организаторам таких мероприятий. Обратите внимание на этот факт. Убедите своих близких для того, чтобы минимизировать всяческие последствия, которые возможны в рамках различных провокаций. Да и большое скопление людей – это всегда опасность, и надо беречь и здоровье, и своей жизни.